Всем привет, с вами Дев Пиата, и сегодня я наконец-то записываю мини-режим, на то еще мало ли что вы подумали, то что сейчас будет, короче, карта в Майнкрафте, да, и так далее. Ну, в принципе, ладно, что за фризы, я не понимаю, у меня вроде бы нормальная поисовка, я сам хожу, что за дичь, я не понимаю, ну ладно. Где тиммейт? Тиммейт невидимым стал. Невидимка тиммейт какой-то, я не знаю, что-то было, если честно. Ну да ладно. Я играю B2X, и, в принципе, я надеюсь, то, что уже наконец-таки выйдет 1.13. Я уже, блин, больше месяца об этом жду. Ожидаю, да. И, ну, хотя точной даты еще нету, но вышло уже 1.13 PE Minecraft, да. Короче, чувак сейчас строится обычно. Это B2X, короче, Rush версия 2. Я не записывал про Rush ничего, ну, вышла новая версия. Нажимаю, ну, версия 2. Я нажимаю вот сюда и могу ставить вот так вот блоки. Вот так вот делать. Если я нажму еще раз левой клавишей, я выключу этот режим и смогу. И все будет нахмуть, да. Так, давайте я вот так как-нибудь сделаю, я не знаю, вот так вот все построю, да. И в принципе окей. Ты что-то на команд творишь, давай нормально все будет. В принципе, ладно. Так. Естественно, все стрим, и тут сразу, кстати, фаза 3. По-моему, раньше такого не было, хотя фиг его знает, да. Зато через 14 минут уже сломаются все кровати, я так понял, да? Тут написано, и все будет круто. Так, вот так вот как-нибудь сделаем, да? Я буду стараться просто постепенно развиваться, да, то есть развиваться, собирать всякие вот эти ресурсы вот эти, да? И что-нибудь на них покупать, и все будет жестко, да. Ну, это не точно, конечно же, да. Ну да ладно. Так, я вот как-то так сделаю. Хорошо. И тут ничего нету, блин. Зря тут, наверное. Блин, чуть не упал. Надо искать место, где изумруды. Вот, ну, вот в этих домах спавнится изумруды, я так понял. А может быть это не тот дом, хотя это вроде бы не тот дом. Только его знает на самом деле. Почему. Так, надо сделать вот так вот. Отлично. Я просто на левую клавишу, на левую кнопку нажал. Так, поднимаюсь, там алмазы должны быть. А, нет, еще изумруды, они еще наверху есть. Я просто особо не замечаю, где они тут спавнятся, вся фигня. И у меня уже 6 изумрудов, то есть я уже могу взять себе алмазную броню, вся фигня, да. Карта вообще какая-то, город какой-то, да. Ну, карта неплохая, я ничего плохого не вижу. Наверное, сегодня будет вообще один раунд. Ну, ладно. Я просто не знаю, если ролик получится длинный с этим раундом, если этот раунд будет длинный, то тогда будет один раунд, да. Запинаюсь. Какую дичиницу я запинаюсь просто. Что это было? Так, я, чуваки, ничего не видел, если что, я просто думал, что это наша база, если честно, по блокам. Так, отлично. Я чуть не умер. Блин, капец, нашу кровать сломали, капец. И самое главное то, что чувак у нас на базе был. Тиммейт, да. Тиммейт, как всегда, все испортил. Блин, ну да и пофиг, блин. Что за хрень, алло, почему на меня нападает 50 человек сразу, алло? Так, я его каким-то образом убил. А как я сейчас вышел? Меня убьют сейчас спокойно, на изи просто. Давай, давай. Я бегу вот так вот, кушаю. Отлично. И, в принципе... Фух, блин, я чуть реально не умер. Это было жестко. Может быть, сделаю 2 раунда. Фиг его знает, пофиг. Сколько получится, столько и получится. Так, я съем лучше 2 яблочка. Я боюсь, да. Здесь я сделаю исцеляющий бассейн. Здесь прокачано. Я беру, делаю вот это. Здесь уже мечи прокачаны. То есть все жестко. Давай. Да блин, что это за тима? Я не знаю. Блин, ну нормально вообще, ну я не знаю. Какие-то игры, да, если честно. Так, я сейчас возьму эндерпёлы, здесь они стоят дешево. Я не знаю, по-моему, в оригинальном, ну, в оригинальной игре здесь стоит по-другому, да, все стоит, да. Ну, не знаю, ребят, не знаю, уже не помню. Ну, по-моему, 4 стоит, да, вроде бы 4. Так, где его? Нихрена себе! Нихера себе, что он там творит, какую-то дичь творит, если честно. Так, я вот так пойду. Я его даже эндерпёл не понадобились. Так, пацаны, я туда лечу, короче. Вы сами напросились. Давай, давай. Блин, сейчас еще жестко все будет. Надо, короче, будет сейчас, наверное, сваливать мне. Так. Давай.
Вот и наш второй раунд. Я вообще думал, что у нас будет один, но, к сожалению, нет. Я уже снимаю пятый или шестой, да даже, может, десятый раунд. Меня никак не бомбит, ничего, просто... Блин, я реально не понимаю, что происходит, если честно. Так, ну... Почему тиммейты здесь невидимые? Или он отключился? Подожди-ка. Нет, не отключился. Так, отлично. Так, у меня какой? Ставим вот такой. И я думаю, к алмазам пока что построюсь. В принципе, ладно. Мне не нравится то, что здесь надо вот так вот подбегать к блокам, еще все это делать. Потому что, ну, это немного неудобно. Блин, вот, смотрите, они какие лохи, так сказать, потому что, блин, они не понимают, что здесь можно вот так вот делать, типа, читить, да. Это у меня читы так работают. Так. Чувак, короче, он подумал то, что мы свои, типа, то есть он реально думал то, что мы свои, он даже, он просто смотрел на меня. Он, наверное, думал то, что я что-то хочу сделать, типа, ну, типа, что-то сделать, да, что-то с кроватью, да, ну, никак не сломать, то есть он меня ожидал такого поворота, это просто жесть, экшен какой-то творится. Так, я беру Эндерпёрл, опять же, да, и буду сейчас сломать какие-нибудь кровати. У меня проблема в том, то, что я забыл, короче, про то, что надо тут... ну, кирки брать, топоры, это очень обязательно. Так, у них там что-то происходит, я их боюсь сломать, если честно. Хотя, сейчас, в принципе, пофиг пока что, поэтому я не вижу смысла пугаться. Так, ну, может быть, как-то развести пацана. Он лагает. Ну, сочувствую, ладно. Придется сломать, так, отлично. Они сломаны, они сломаны, что я тут мучаюсь. Так, отлично. Три эндерпёрла, ой, три изумруда, я беру еще эндерпёрл, да, и ладно, так, что-то у меня уже есть, я беру, пожалуй, думаю, возьму топор, да, вот такой средненький топорик, и ты кто такой? Реально, кто такой, объясни мне, ты кто, белый, ты, чип, ни хрена себе, вот это, конечно, опасный белый, здесь вообще офигели, я что-то даже на них идти особо не хочу, ну да ладно. Придется на них пойти, попытаться хотя бы. Надо, да. Блин, ни хрена себе. Они реально дичь тут творят какую-то. У них тут все белое, да. Так. Я реально не понимаю, они что-то там, не знаю, у них что-то тут творится, да. Это дичь. Так, давай, давай. Блин, я лучше отбегу. Так, все, бежим. В смысле? Я видел, как я... Так, вот это реально бессмысленно какая-то. Я, подождите, вот сюда я кинул, вот сюда, вот в это место я кинул. Блин, что за реально жесть, я же кинул туда, куда надо. Так, в принципе, я иду. Хорошо. Я думаю, я сломаю синих или розовых. Хотя розовых, ну, блин, я думаю, неплохо можно их сломать сейчас, в принципе. Что-то там закупают. Ой-ой. Я тебя просто спалю. А, он даже не знает, то, что я, наверное, ну, не знаю. Окей, это текстура, забейте. Так, я закину высоко. Так. Так, язык ломаем, быстренько ломаем. Так. О, этот чувак побежал. По-моему, это был розовый. Отлично, я сломал кровать, все так сделал круто, жестко, беспалевно. И осталось сломать. What the fuck, это что побежал сейчас? Так. Блин. Я его скинул. Так, у меня нет эндерпёрлов, поэтому давайте я подожду алмазов, да. Я просто похлопаю. Это же логика просто от бога. Так, окей, давайте я тут заклею дырочки, да. Хорошо. И я думаю, один розовый остался. Но это уже не проблема, главное кровать сломать. А, уже все сломано. То есть у нас единственное, у которого кровать не сломана. Сейчас осталось только ресурсы добывать. То есть собирать ресурсы и так далее. И в принципе будет все отлично, да. Хорошо, так. У меня уже 8. Я думаю, сейчас и на меч, на броню, и на все там хватит, на все, что возможно. Да. И в принципе, да. Окей. Да, типа, да. Зеленая. Зеленый у нас. Нас уничтожили хватит. А почему я один? Подождите вы. Почему тиммейт удалился из игры? Алло! Вот твоина, так, белый, так, я вот так вот побегу, я никого трогать сейчас не буду, потому что сейчас небезопасно, да, надо сейчас все осторожно сделать, все осторожненько и вот так вот все закрыть. Хорошо, так, я кушаю, в принципе, и
Я думаю, сейчас я возьму вот это и возьму... Ой, блин. Так, я ничего вроде бы не потратил. Так, берем вот это. Один актёр есть. Беру я, пожалуй, вот это. И... Не ожидал, да, это что я тут, типа, жестко, да? Не ожидал, чувак, он не ожидал, он просто офигел, типа, такой, вау, откуда я взял-то, типа, я телепортнулся сюда. Это что такое? Беспалевно, да? Хорошо, так, я не знаю, я... Чувак, наверное, офигел. Сколько? 19, давай еще один. Я сейчас куплю, короче, ножницы. Потому что ножницы тут очень важны, мне кажется. Так, еще беру эндерпёрл. Ну, блин, я не умею их кидать, я разучился когда-то. Ну, когда-то разучился, и, в принципе, кого сейчас убить надо? Я думаю, самые опасные сейчас синие, потому что их несколько, их двое. А двое на одного это как-то немного нечестно. Ну, это много нечестно, да. Так, надо их как-то разделить, этих пацанов, да. Чтобы они как-то, ну, вместе не были. И взять несколько вот этих вещей, вот этих вещей. Возьму я стрелялку. Так. Хорошо. И это хорошо, да. Так, синий. Давайте к синим побежали. Это у нас синяя база, но их здесь нету. То есть они ушли куда-то далеко. Очень далеко. Вообще далеко. Так, и я фиг знает, где они находятся сейчас. Просто буду бегать, да. И мне надо еще броню получше сделать, если честно. Я... Ух, хватит меня так пугать. Мне реально страшно становится, когда я так делаю. Когда я прыгаю над этими опасными вещами, этими штуками. Так. Я не понимаю, реально, где находятся все. Так, я сейчас осторожненько так побегу. Хорошо, все. В принципе, я здесь. Я думаю, надо сделать поисковку побольше, потому что реально ничего не видно. Ага, все, надо его убить. У него меч железный, у меня... Здорово, пацан, у него алмазный. Мне надо по одному их убить. Давай. Все запутайся. Смотри, я дупой. Вы видели, я при ваших глазах его взял и выкинул, то есть в стенку, правда, я его кинул, но он не кинулся, то есть он не, его не засчитало. То есть здесь через время, что ли, эндерпёрлы надо кидать? Меня никто, блин, не предупредил, что за подстава? Нифига себе, B2 Rush называется. Ну ладно, в принципе, я на этом буду заканчивать, блин, я такого Яни не ожидал. Всем, ребят, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, всем спасибо. Пока-пока. Выйдет, ну, когда будет 6 лайков, то тогда выйдет новый ролик. А если не будет 6 лайков, то ролик не выйдет. Я буду отдыхать. Стримы будут, в принципе, ничего страшного. Всем спасибо. Пока-пока. Хотя нет, немного вру. Ролик кое-какой будет, но это может быть еще не скоро. Все, всем спасибо. Пока-пока.